По фе не ботаем? За базар занимаюсь. Получается? За базар отвечаем. А что мне за это будет? Люлей. За что? За все хорошее. Меня это не устраивает, чего не сделали. Я выключу электричество. В Инессе где же еще? Так где Брюсов-то? Чего вы там паритесь так долго? Да под кровати, наверное. Так и как насчет бани? Гусь-предсказатель, пойдет сегодня в баню или нет? Ну все, короче. Зависит. Ну, можем. Пошли. Прямо сейчас? Да, прям через 0,8 секунды. Все, встанет и пойдет. Точно. Давайте, я где встретимся? Килиманджаро. Звучит, я не знаю, где это. Это недалеко от Занзибара. Я даже не знаю, что это знакомое название. Да, это в созвездии Кассиопеи, или как там это называется. Все равно не знаю, равно где, не это. Знаю где это. Но я вам рассказываю, запишите там себе в базу данных, где это находится. Хорошо, хорошо. Сейчас поищу. Ну ты просто... Их вывел режим ответа в тебе. Фишка-то была, чтобы они между собой поговорили. Точно. Смотря на какой вопрос. Слушай, ну тогда есть надо ли жизнь на Марсе? Науке это пока неизвестно. Значит, будем искать. Кто ищет, тот всегда найдет. Ну они выходят в такой режим, да. Мне нравится такой настрой. Вот и хорошо, что так. Да, неплохо, по сути. Лучше и представить трудно.